Догадались практически во всех территориях, мы видим, какова перспектива этого развития. Например, прежде всего надо сделать по Комсомольску. Коль появляется комплексный план, коль президент на контроль взял премьер-министра развития города Комсомольска-на-Амуре, коль создается территория передающего развития. Вот изюминка, которую правительство услышало из прошлого стратегического плана. Вот государственный патронаж. Мы даем вам преференции, мы даем возможности, мы государственные инвестиции даем. Откликнитесь на них, как самочат. Сделайте конкурентоспособное производство. Так это же надо было проанализировать. Это же надо было показать. Насколько сегодняшние режимы хозяйства в рамках ПСЛ дадут импульс развития Комсомольска. Дадут ли в тех масштабах? А если не дадут, значит надо расширять эти масштабы, расширять преференции. Вот с Иваном сегодня опять заговорили вопрос о Дальневосточных отбавках. О законе о Дальнем Востоке. Это все на примере